Мне бы хотелось дать обратную связь по курсу телепатия. Задавались ли вы вопросом вообще, что такое телепатия? Лично я, придя в этот поток, на эти курсы, для меня была телепатия, это какая-то сказка, да, какая-то нереальность, но внутренний импульс этот был. И для меня было интересно все-таки, как телепатия открывается для других людей, как это считывание происходит. И понимание считывания информации с другого человека, с другого предмета, события, действия происходит на фоне раскрытия наших чувств. Чувствование – это очень глубокий процесс. И если вы раскрываете чувства в себе, если вы пытаетесь разобраться, если вы даете возможность проявляться им, если вы даете возможность проявляться им всегда, везде, то максимальным чувствованием вы сможете открыть в себе очень много ваших граней. Так вот, на курсе телепатия под наблюдением Нелли, под ее различные задания, ее фишки, наставления, нам дали понять, как раскрыть свои чувства, как их принять в другом человеке, как прочитать, считку сделать информации через чувства в другом человеке, предмете, физическом теле, материальном теле. Самое, что интересно, что в нашу жизнь мы призываем всю реальность, начиная с человека и заканчивая физическим телом, цветок, груша, телевизор, река, природа, дом, для прочувствования, для понимания того, что нам необходимо разрешить в себе, разрешить себе. И благодаря этому глубокому чувствованию твоя жизнь приобретает другие краски, другое понимание. И непонятно, как это все происходит, углубляясь в чувства другого человека, заявляя свою волю, ты можешь увидеть прошлое, ты можешь увидеть будущее. Не только свое, да, но это в любом случае свое. Люди, которые находятся в твоем поле зрения, это есть и ты, это часть тебя. Как только ты принимаешь, что ты это все, весь твой мир, вся твоя вселенная, каждая частичка это ты, то тогда чувствование всего это начинается на более глубоком уровне. И научиться это быть постоянно, быть в наблюдении, тренироваться, это нереально круто. И когда ты идешь на прогулку, теперь в нынешнем состоянии на природу, ты начинаешь себя окунать в постоянную читку какой-то информации, примерять на себя образы. Это невероятно круто, и я так счастлива, что попала в этот поток. Невероятные люди в потоке. Я вас тоже всех благодарю. Неля, ну, естественно, тебе самая огромная благодарность. Еще как классно, что ты появилась в моем поле зрения. Люблю тебя очень. Благодарю.